Ребята, всем привет! А смотрите, что у нас? Это же Obsidio. Это Obsidio, которое было полностью перерисовано, переделано. Тут, в общем, все обновилось. Давайте смотреть. Потому что я не дочитала. Я начала читать, там что-то разраб говорит. Я все переделала. Я такая, все понятно, надо смотреть. Значит, давайте туториал, кстати, посмотрим. Ой-ой-ой, что за фрезы? Ой-ой. Туториал, кстати, тоже поменялся. Туториал по-другому выглядел. Так, make sure you monitoring your heart rate. Heart rate на Х. Ага. Ну... Блин, как громко. Если кто-то не знает, никогда не видел. Блин. Если кто-то... Давайте... звук хотела потише сделать. Аудио тут нет. Ладно. Если кто-то не знает, что такое Obsidio, никогда не видел, первый раз такой открыл глаза, не знаю, что делать. Во-первых, посмотрите Obsidio, я вот сюда наверх прикреплю ссылочку на предыдущие выпуски. Гитарка была. Obsidio — это игра, ну, давайте называть вещи своими именами, клон, короче, фазмофобии. Здесь нужно искать призраков, но помимо того, что нужно определить, что за тип, вам еще нужно провести обряд экзорцизма и его, соответственно, изгнать. На... экзорцизм. У вас одна попытка, если вы неправильно изгоняете призрака, начинается инстахота и, скорее всего, you are dead. Ну, то есть, у вас один шанс, и им надо воспользоваться. Игра эта, ну, назовем ее так, сыроватая. Ну, если разработчик действительно верит в то, что она теперь стала выглядеть так, как он бы хотел, чтобы она выглядела, а он так и написал в Стиме, то, ну, давайте проверим, посмотрим, что здесь изменилось. Короче, здесь вся приколюшка вот в этой вот штучке, это heart rate, наш пульс. Как только пульс становится слишком высоким, у призрака вырастает шанс на атаку. Вот это вот все, это то, чем мы можем пользоваться. Right. I'm on my way. Я случайно, кстати, я случайно нажала, подожди, блин, гляньте, как красиво. Гляньте, новогодний священник в подарках. Подождите, я хотела туториал пройти. Там, короче, когда нажимаешь на радио, тебя забирает чувак, тут нет фургона. Тут ты сразу телепортируешься в дом и можешь уехать оттуда, нажав на кнопочку. Set up. Radio me and when you want to leave. Где фонарь? Это камера. Spirit box. А фонарь мне выдадут? Что за туториал без фонаря? Это все нужно для экзорцизма, а вот это все нужно для поисков призрака. Фонарь, игра. О, кстати, на это, на колесико стало. На колесико стало, ага. И только два предмета? Флешлайт Т. А, на Т! Флешлайт всегда со мной, ага. Pray. Можно молиться теперь, смотрите. This makes you invisible to the ghosts you... For up, this makes you invisible to the ghosts you... А почему you? Короче, если мы нажмем P, на 7 секунд мы становимся невидимы для призрака. По-моему, это работает раз в катку. То есть, если, например, у вас охота и прям беда-беда, это, кстати, гитара, то мы можем этим воспользоваться и один раз убежать. Drop equipment на G. Подбирать, кстати, удобно. Журнал на J. Журнал тоже перерисовали. Значит, смотрите. Вот здесь мы будем отмечать, какие у нас улики. Это будет описан экзорцизм, что нам нужно будет сделать, но это будет понятно, когда мы выберем тип. Вот здесь мы будем выбирать, какой у нас тип, но мы пока не можем этого сделать. Это просто Википедия здесь рассказывается о том, Гостпедия рассказывается о каждом из типов. Это Гост-иллюминатор, очень классная штука. Здесь можно отмечать то, что вообще происходит в доме. Мы слышали, что была гитарка по струнам, кто-то бахнул. Это вот, значит, plays ukulele, да? И вот у нас сразу 5 типов, которые могут быть. Нам, короче, давайте... Вот это, кстати, по-моему, включил радио. Тра-та-та-та-та. Тут очень много всего.
Можно искать, кстати, есть поиск, это хорошо. Короче, фонарь у нас на Т. Давайте возьмем термометр. Как его включить? Ага, все, включилось. А мы сразу в подвал спускаемся? А, он типа здесь? У нас одна комната, да? Что это такое? Это охота? Я фиг его знает, что это. Я давно не играла. Давайте... Все, мне конец. Что наорал мне в ухо? Все, смотрите, я умерла, но игра продолжается. Разраб! Я как бы извиняюсь, я извиняюсь, да? Во-первых, меня убили в обучении. Давайте начнем с этого. Во-вторых, это вот игра, которая вот выглядит так, как ты хотел, реально? Я могу Гэри попросить меня забрать? Забери, пожалуйста, мой труп, Гэри. Я тут немножко накосячила. Ну это так странно. Во-первых, в туториале никто не должен никого убивать, это глупо. Во-вторых, почему охота началась через 30 секунд? Ладно, давайте посмотрим, там пообещали текстурки перерисовать. А, какая здесь самый простой тут дом, какой у вас? А, маленький трехспальный дом с двумя комнатами. Маленький, большой. Ну вот этот, наверное. Поцрот. Хардмод мне не нужен. Я тут не справляюсь. Меня в обучении убили. Какой мне хардмод? Старт гейм. Блин, ну штука мне прям орнула в ухо. Прям громко было. Так. Да давай МП. Не люблю, когда штуки мне орут. 4 градуса. Это что такое было? Что за звуки? О, матрешка. Это Cursed Possessed Doll. А что с матрешкой надо делать, я забыла. Если она есть, то с ней что-то надо делать. Я офигенно играю в эту игру, да, как вы уже поняли? Что вот это в ухо мне было? Там было мне в ухо такое что-то неприятное. Неприятный звук в ухо. Есть вот такая улика? Так, куда нажмякать? Ага. Был скрип. Нам нужно сразу найти выход. О, кстати, фургон появился. Это Гэри нас ждет здесь. Так, что там с хартрейтом? Кулак, кстати, конечно, лучше не стал. Он по-прежнему что-то вот как-то... Знает, как он это, блин, складывает. Снеговичок появился. Ну, нормально. Он такой разводит руками, говорит, я не знаю, почему тебя убили в обучении. Мы этого не планировали. У нас никто до этого не умирал в обучении. Опачки, могилы, смотри-ка. Это улика. Так, Грейвс. Это что был за звук? Какой-то очень смешной был звук. 67. Пойдем. Но мне кажется, это вот та комната, где мне призрак в ухо какой-то звук странный издал. А чё брейкер-то выключил? Скотина-то такая.
О, круг призыва, смотри. Ножи окровавленные. Ножи в стенах. Так, а что, в какой комнате мне сделали противный звук в ухо? Вот здесь? Здесь холодно. МП-4. Звуки какие-то. Так, рэмпот и шкатулка. Играет. Рэмпот, по-моему, включить надо было, да? Я фиг знает, как работает рэмпот. Чё это упало? Ножик. Хорошо. Это не включается. Пойдемте на улицу. Он свет еще выключает. Так. У нас, значит, что? У нас ножи. Knives. Throws knives. И еще у нас ножи в стенах. Или это тоже считается throws knives? Что у нас еще было? Он выключает брейкер. Turns off, turns on breaker. Демон эффиджи. Пентаграмма на полу. Все, у нас демон. Хорошо. Наверное. У нас МП. У нас, наверное, рэмпот. У нас music box. Пока все. Демон. Вот, кстати, прикольно, ты типа не можешь передумать. То есть ты выбрал демона, я могла мискликнуть, и все, у меня больше нету возможности переделать. Экзорцизм у нас вот здесь будет перечислен, но нам сначала нужно все улики найти. А у нас они не все. Обои веселенькие, конечно, сделали. Ничего не скажешь. Так, давай камеру, гострайтинг. Арбы нет, гострайтинг есть. Что-то надо было с матрешкой сделать, но я не помню что. God is dead. Так, здесь радиация. Угу. Сейчас мы опять пойдем на уличку, чтобы нас случайно демон не куснул за бочок. О, с фонариком с моим балуется. Так, госклюз. У нас, значит, есть спирит бокс, он ответил. Радиэйшн есть, госторба нету, гострайтинг есть, фризинг темпс нету. Вот это все, что у нас есть, если я ничего не напутала. Ну, вроде рэмпот загорелся же красным, значит, наверное, сработал. Так, нам нужно гост-специфик айтемс поместить в комнату. Какие нам нужны предметы из тех, что у нас есть, мы прочитаем в Википедии. Демон. Крусификс и кэндл. Дальше, что? Follow all other requirements found by ticking the boxes in ghost clues. Хорошо. Выключить нужно брейкер, найти куклу, поместить ее, выпить антирадиационные таблетки, статую Иисуса поместить, включить камин и кинуть туда гостбук, нифига себе! Вау! Хорошо.
Я слышу где-то радио. Вообще, мне, наверное, надо включить свет. Потому что мы сейчас пока вот это все сделаем, мы заколебемся. Здесь тоже пентаграмма. Так, это не сюда, подожди. Где комната-то, призрак? Ага. Не надо мне угрожать. Так, это мы берем, едим. Так, мне нужна... Крусификс и кэндл. Крусификс и кэндл. Так, это мне нужно сжечь. Да замолчи. Где может быть камин? Он опять что ли свет выключил? Ему не надоело? Да я не хочу в темноте ходить. Заколебал. Надо продышаться пойти. Мне надо найти, где это радио, потому что у меня задание выключить все радио. Девяносто девять. Ну, стоим. Это тупая, конечно, механика, не нравится мне она. Можно было бы сделать, что, например, если ты выходишь на улицу и стоишь там хотя бы 5 секунд, то у тебя сразу автоматически падает до 60, и тебе не надо больше ждать. Тебе просто, по сути, надо выйти на улицу, типа забыть про все свои дела, которыми ты занимался, просто выйти на улицу, обнулиться и зайти снова. Но вот это когда ты стоишь, блин, и ждешь. У меня вот сейчас 88, ну реально. Так, мы опять без света. Ну, кайф. У тебя тут радио? Где камин в этом доме? Это печь. Может, тут нет камина? Так, я нашла одно радио. Кабинет. Тут нет камина, игра. Тя. Может быть так, что камин в подвале? Мне кажется, было бы странно. А, вот камин, спасибо большое. Мне демон сам включил свет в комнате, где камин. Представляете, какой милый. Какой милый демон.
Так. Ну и чё? Ну, стоим. Значит, я выпила таблетки. Я должна выключить щиток. А, Иисуса еще надо закинуть. Я выключаю щиток, кидаю Иисуса, и все, и кидаю Библию, и мы должны выиграть. Мы должны победить. Ну, в принципе, в принципе, мы должны все в один заход успеть сделать. Смотри. Выключаю щиток. Выключаю будильник. Ибо мешается. Беру Иисуса, беру Библию. Сначала Иисуса. А теперь Библию. Все. Получи. Пока непонятно, что происходит. Devil. I'm watching. Devil. On the ceiling. Смотри, идет. Куда ты? Он пошел в стену. I will catch you. Look up. И что? Hell is here. Он ушел. It's over. Гэри, забери меня, он ушел. Я выгнала демона, и он пошел просто. Он просто ушел из дома. You won! Я победила Обсидио, ребят. Не знаю, мне пока вот для меня эта игра выглядит как подделка. И вот эта подделка на фазмофобию. Она даже, ну, не знаю, она как-то несерьезная. Это какая-то игра прикол. Единственное, что здесь прикольное, вот мне, что мне нравится в этой игре, это вот подмечать какие-то штуки, типа скрипа креслокачалки, типа разбитых бутылок, пентаграмм. Ну это ладно, это не так сложно заметить. Какие-то такие мелочевки замечать, там отмечать их, узнавать призрака, это прикольно. Прикольно, что есть экзорцизм. Но он в конечном итоге сводится к тому, что ты просто берешь все вещи в охапку, скидываешь их в комнату призрака в одну кучу, и сверху Библию еще вот так вот накинул, и типа, ну давай там сам разбирайся дальше, как хочешь. Не знаю, не знаю. Призрак, который ушел в этот в угол и растворился, это вообще приколюха. Может быть, у меня были бы заниженные ожидания, если бы... Разраб не написал в Стиме, что теперь, типа, Обсидиан выглядит так, как я бы хотел, чтобы оно выглядело, а он выглядит вот так и багует. Ну, фиг его знает. Ну, в любом случае, мы с вами посмотрели на обнову, посмотрели, признака. Призрака изгнали, изгнали, даже угадали. Я считаю, что все было не зря. Спасибо всем, кто смотрел, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока.